Дорогие друзья, срочная новость. Сегодня рано утром появилась информация в российском шоу-бизнесе о том, что несколько дней назад в Подмосковье из своего загородного дома при загадочных обстоятельствах пропал без вести Александр Александрович Васильев, российский и французский историк моды, художник, телеведущий шоу «Модный приговор». На данный момент его родственники, а также его супруга пытаются скрыть данную информацию от общественности. Что произошло с Александром Васильевым, куда он пропал, неизвестно. Никто не хочет сейчас комментировать данное происшествие, все делают вид, якобы ничего не случилось. Но мы же знаем всю правду. Мы ждем подробностей, друзья, уже в следующем выпуске на нашем канале. Наши источники преподнесут нам более подробную информацию о том, что же на самом деле произошло с Александром Васильевым и куда он пропал. Смотрите наши новости, не переключайтесь, только так вы будете знать всю правду российского шоу-бизнеса, который таится за кулисами. Спасибо вам за ваши просмотры, до скорой встречи, дорогие наши зрители.